Народному молодежному театру «БУМС» 40 лет. Все эти годы коллектив театра возглавляет режиссер Людмила Ивановна Боболева, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Служители «Мельпомены» театр «БУМС» с завидным постоянством держит первенство в разных номинациях театрального творчества среди народных театров Ленинградской области. В минувшую субботу состоялся праздничный вечер, посвященный юбилею театра. Гостей встречали выставкой, посвященной 40-летию коллектива. Здесь были фотографии творческой жизни и афиши спектаклей. Приятная атмосфера царила с порога, не выдавая волнения тех, кто уже готовился за кулисами. Праздновали юбилей, как и планировалось, по-домашнему, с приглашением только самых близких друзей, которых, впрочем, собрался полный зал. Сказать, что мы волнуемся, это значит ничего не сказать. Но сегодня мы пошли очень хитрым путем. Так как у нас сегодня работают несколько поколений актеров, то мы решили, что жанр нашего мероприятия будет называться так. Ностальгический привет из юности. А это значит что-то типа домашнего капустника. И мы вас пускаем не только к себе в гости, но и на свою кухню. И, возможно, вы сегодня вот какие-то моменты сможете исследовать точно так же, как и мы. А они будут. Сразу уверяю вас, сегодня будут у нас очень симпатичные мгновения. Сегодня у нас будут очень веселые мгновения. И каждый из вас, безусловно, уйдет с хорошим настроением. Поздравляли на юбилее много и приятно. Людмилу Ивановну Боболеву усыпали цветами, комплиментами и признаниями. Тон поздравлениям задали бывшие воспитанники театра. Надо заметить, тон минорный. Своими воспоминаниями всколыхнули души не только себе, своему педагогу, но и всем гостям праздничного вечера. После ностальгических мгновений поздравления и пожелания звучали от почетных гостей. За вечер на сцену театра вышли заместитель администрации Сланцевского района Раиса Эдгареев, заместитель председателя районного комитета по культуре, спорту и молодежной политике Валентина Бесчастная, заместитель директора городского дома культуры Ирина Чудакова. Поздравить коллектив и режиссера с юбилеем театра пришли родители воспитанников театра, выпускники и все поклонники театрального творчества и таланта режиссера Людмилы Ивановны Боболевой. На вечере празднования юбилея театральный коллектив двух поколений порадовал своих поклонников отрывками из спектаклей как прошлых лет, так и совсем новенькими постановками. 2 часа торжества пролетели как один яркий и радостный миг. Описать все, что происходило на сцене на протяжении 2 часов, практически невозможно, да и не нужно. Актеры получали удовольствие от своих образов, а зрители – от безграничной фантазии и таланта театралов. По-моему, он хамит. Нервничает.